Два часа, чтобы выехать из жилого комплекса, и еще два часа, чтобы туда вернуться. В такой ситуации оказались новоселы нового микрорайона в Ленинском районе Подмосковья. Все как всегда. Жители пригорода Лесное и поселения Новомолоково уже не один год. Каждый день мучаются, часами простаивая в пробках по дороге на работу в Москву и обратно. Ни застройщик, ни местные власти на их проблемы внимания не обращали. Все изменилось, когда ряд центральных каналов показали сюжет про это безобразие. Тут же бюрократическая машина закрутила свои шестерни и принялась решать проблему людей. Даже выяснилось, что проект реконструкции Володарского и его примыкания к Каширскому шоссе был, но, к сожалению, уже устарел. Проектирование придется проводить снова. Предположительно, под эти цели могут быть изъяты у ЗАО «Совхоз имени Ленина» особо ценные сельхозземли. В связи с чем директор Павел Грудинин выступил с инициативой провести рабочее совещание с Министерством транспорта России, чтобы высказать свою позицию и предостеречь от повторения ошибок предыдущего проектирования. А я же понимаю, мы прошли столько судов, мы им доказали, что они ошиблись в проекте планировки, соответственно, они неправильно изъяли земельные участки, соответственно, они неправильно сделали проект, соответственно, получили разрешение, неправильно, скажем так, оформили земельные отношения. И теперь все по новой. И я только слышу, что замминистра на голубом глазу говорит: знаете, проект устарел, мы начинаем новое проектирование. То есть им практически 6 лет понадобилось для того, чтобы понять, что они ошиблись. В конце прошлой недели такое совещание состоялось. И по его итогам специалисты министерства приехали в совхоз для изучения ситуации на месте. Итоги переговоров с Минтрансом РФ мы попросили прокомментировать Павла Николаевича Грудинина. Это очень интересная картина. Вот видишь, голубая полоса. Это зона ответственности Каширского шоссе. И вот здесь проект еще вообще не сделан. Он говорит, 5 лет они ходили, потом отменили свое распоряжение о утверждении проекта и по новой стали разрабатывать проектно-сметную документацию, как говорит замминистра, потому что она устарела. На самом деле, потому что они все неправильно сделали. А вот дальше, вот это вот, вот здесь вот, вот до этого места, и это проектируют петербургские дороги по заявке тоже в Московской области, но вот этот кусок они проектируют, вот этой уже дороги, подъезда к Мисайлово, ну и дальше там, но только этот кусок проектируют. А вот этот кусок проектируют дальше пригород Лесное, и уже запроектировал. И когда мы стали, вот я сейчас сегодня сидим, объясняем, он говорит, ну мы запроектировали вот здесь вот. Я говорю, хорошо, а вы понимаете, что вот здесь вот съезда нет на поле? Они говорят, почему? Я говорю, ну хорошо, въехать мы сможем, а выехать как мы выедем? Куда мы поедем-то? Они говорят, а вот здесь вот дорога. Я говорю, подождите секунду, вот другие проектировщики сидят, которые разрабатывали этот проект планировки территории, в том числе и эту дорогу. Тут, судя по всему, магистраль, которую пересечь, но невозможно. Значит, вообще есть нормативы либо под, либо над. Но ни в коем случае не в плоскости, потому что иначе тут будут биться машины, а тут две полосы, то есть две дороги по 4 полосы, 8 полос, и еще по 2 полосы дублера, еще 4 полосы. То есть пересечь это не сможешь ты, значит, надо ставить светофор. А если поставить светофор, то какая разница, пробка будет до светофора, потому что светофор будет работать, эти будут выезжать. Вот. Они говорят, подождите, нам дали команду вот это проектировать, мы проектируем. Никакого, а здесь вот дальше вот такая вот дорожка. Захожу, говорю, слушайте, подождите, заказчик, а тут Минтранс сидит. Я говорю, вы понимаете, что тут вы делаете? Потому что, ну хорошо, прокол, сделайте съезд или наоборот, поднимите вот эту дорогу, как это делается обычно, на подъем, чтобы под ним можно было проехать. А тут еще одна интересная штука. Тут нарисовано легкое метро. Все, без исключения проектировщики, говорят, этого метро никогда не будет. Почему? Потому что, ну, во-первых, Москва не знает ничего об этом метро. У них в их транспортной схеме даже подхода нету к этому метро. Пройти через кольцевую дорогу будет невозможно, потому что над ней не пройдешь в этом месте, где они нарисовали. А под ней невозможно, потому что коксогазовый завод ветку свою никогда не отдаст. Да и то там один только рельсовый путь, очень узкий. А дальше невозможно это сделать, потому что тогда придется срыть кольцевую дорогу, потому что там проколом не пройдешь, сделать конфигурацию совершенно другую, сделать такой мост очень большой, и все равно
Тогда нужно опустить легкое метро, ну, скажем так, вниз, или в туннель, или еще куда-то, потому что это невозможно. Но у Москвы в их транспортной схеме никакого легкого метро не существует. А вот это вот придуманная история только для того, чтобы продавались лучше квартиры. Но как только они продадутся, никакого метро здесь не будет никогда. Нет. И они все говорят, да легкого метро не будет. Я говорю, тогда зачем все это вы рисуете-то? Объясните мне. Потому что получается из-за этого легкого метро над дорогой пройти невозможно. Потому что ты упираешься в легкое метро по проекту. В общем, в результате выяснили, что вот это будет запроектировано в лучшем случае через год. Проект выйдет с экспертизы. И может быть через год, то есть в 2023 году будет, можно будет построить. Вот это проектироваться только начали, и поэтому, скорее всего, учитывая согласование такого большого объекта, это года через два проект закончится. То есть строительство может начаться в лучшем случае в 2024-2025 году. Это в лучшем случае, если найдут деньги. А вот это на совести частного предприятия, самолет девелопмент, и они, может быть, построят. Но вот без этого куска все встанет вот здесь, потому что тут узкая дорога. Без этого куска все станет вот здесь, даже если эти построят дорогу. Поэтому все это бессмысленные действия. Я им сегодня говорю, слушайте, давайте так, вот есть федералы, вот здесь вот очень небольшой объем работы, можно спуститься не вот так, как мы раньше съезжаем, то есть пересекающиеся потоки и съезд на аэропортовскую трассу, а договорившись с федералом, просто сделать вот этот съезд, полосу разгона торможения, и тогда, по крайней мере, вот этот участок будет уходить сразу, не вставать вот здесь. Ну, они говорят, да, конечно, но будем разговаривать. Ну, в общем, поэтому жителям пригорода Лесное и всем остальным за ними, Новомолоково, дальше там всем Володарка, Орлова, можно только выразить соболезнования. Как выяснилось, ждать избавления от транспортного ада в ближайшее время не приходится. ТВ-совхоз продолжит следить за развитием событий и информировать об этом вас, наши дорогие зрители. До новых встреч и удачи на дорогах. Не забывайте помогать нам донатами, репостами и комментариями. Ставьте палец вверх, если видео вам понравилось. Пока-пока!